Итоги уходящей недели подведет воскресная программа «Городские подробности». С вами Артемий Заварзин. Здравствуйте. Его техническая оснащенность не уступает столичным учреждениям, а квалифицированные специалисты гарантируют успех лечения. В Архангельске торжественно открыт Центр экстракорпорального оплодотворения, где обещают помогать как при женском, так и тяжелом мужском бесплодии. В надежде стать родителями архангельским семьям больше не нужно ездить в столичные центры. Чудесами деторождения специалисты теперь будут заниматься здесь, в современном центре ЭКО на улице Суфтина. Действительно, многие наши пары ездят, мы это знаем, ездят в Санкт-Петербург, в Москву, в основном в Санкт-Петербург. И это, конечно, очень дорогое удовольствие. Когда вот здесь открывается центр, то, конечно, все будет совершенно по-другому. Один из показателей развития и города, и области – это все-таки рост демографии. Чем больше рождается ребят, значит, тем комфортнее жизнь в городе, тем есть перспективы города и в области. Поэтому вы решаете очень важную государственную задачу. Решать демографическую задачу специалисты будут комплексно. В центре готовы к работе современные процедурные, эмбриоблок и несколько лабораторий. Кроме того, у нас здесь и количество специалистов увеличилось. Появился консультант-андролог, уролог, который будет решать вот преимущественно мужские проблемы. То есть здесь не только мы готовы оказывать помощь в области ЭКО, но и вообще проблемы репродуктивного здоровья, которые, может быть, и не связаны с этой процедурой. Здесь тоже вот консультацию и лечение можно в нашем центре получить. Такие высокие технологии в Архангельске были бы невозможны без привлечения частных инвесторов. Уже не первый год мэрия Архангельска всемерно поддерживает их инициативы. За открытием первого центра последует и вторая его очередь. Участок для строительства городские власти уже выделили. У нас, по некоторым данным, более 2000 женщин, которым требуется данный вид помощи. Я надеюсь, что в течение 3-5 лет мы решим проблему полностью. На этот год специалисты возлагают не меньшие надежды. В планах провести около 450 циклов ЭКО. Важно, что этот вид помощи включен в программу обязательного медицинского страхования. Как сделать жизнь в Архангельске лучше и содержательнее? Своей точкой зрения на этот вопрос с мэром областного центра Виктором Павленко поделился Артемий Гордиенко, дублер главы муниципального образования. Он был выбран на эту общественную должность молодежным советом Поморской столицы. Все подробности у Надежды Лебедевой. Артемию Гордиенко 19 лет. Он студент первого курса юрфака САФУ. Но, несмотря на юный возраст, уже успел воплотить в жизнь несколько общественных проектов. Это и благоустройство памятника к юбилею Победы в Майской горке, и сбор средств для бездомных животных. Среди его предложений мэру Архангельска – проект по повышению электоральной активности среди студентов. За основу Артемий предлагает взять опыт, использованный во время недавнего референдума в Шотландии. У них очень интересная система. Избиратели не просто приходят на участки, они заранее регистрируются по интернету. А это значит, что, оставив свой след во всемирной сети, избиратель подтверждает свое непосредственное участие в выборах. Градоначальник такую инициативу одобрил, а также взял на заметку идею Артемия организовать в Архангельске чемпионат по биатлону. Виктор Павленко со своей стороны предложил место, где можно было бы провести такой турнир – на базе Исакогорской детской спортивной школы. Я общаюсь с молодежью, и, конечно, очень мне нравится та молодежь, которая не просто говорит. У тебя был конкретный проект по благоустройству, там, вот серьезная дата была 70-летия Великой Победы. И вот кто действительно бескорыстно к этому отнесся, это говорит о определенных человеческих качествах. Всегда к людям надо идти с открытой душой. В завершении встречи мэр Архангельска Виктор Павленко подарил Артемию Гордиенко книгу «430 лет Архангельску» и пригласил его подробно познакомиться с работой различных департаментов и служб городской администрации. К другим темам. Архангельск готовится отметить 431-й день рождения. В этом году организаторы сделали ставку на будущем Поморской столицы. Не случайно главный праздничный парад пройдет под девизом «Архангельск – город креативной молодежи». Другие подробности программы узнала Елена Матвеева. В следующие выходные Архангельск будет отмечать свой 431-й день рождения. Начало гуляний, которое в этом году выпало на 27 июня, а этот день в России отмечается как День молодежи, и задаст главный лейтмотив праздника. Так проспект Чумбарова-Лучинского превратится в улицу молодежных субкультур и творческого самовыражения. На Петровской лестнице соберутся молодые рок-музыканты, а главный городской парад, который в полдень 28 июня пройдет по Троицкому проспекту, будет называться «Архангельск – город креативной молодежи». We'll be right back.
Это будет и спортивный блок, и блок культуры и искусства, и молодая семья, и так далее, и так далее. Но это будет непременно только молодежь. Это будет очень интерактивное тоже действо, то есть будут определенные остановки, но прежде всего они в ходе шествия будут выражать, да, угу, все свое творческое существо, всю свою неординарность, яркость. Студенческий, конечно же, будет блок в этом во всем, как же без студентов. Пожалуй, одним из самых ожидаемых событий грядущего дня города станет приход в Архангельский порт легендарного парусного судна «Крузенштерн». Четырехмачтовый красавец-барк будет открыт для посещения. Архангельский бриз – это уже название площадки, в которую 28 июня превратится набережная Северной Двины. Очень надеемся на то, что погода нам все-таки позволит это реализовать. Будет много всевозможных выставок, то есть фоторабот, изобразительного искусства, работ наших архангелогородцев. Будут работать такие уютные маленькие выездные кафе. Готовится, скажем, наша молодежь тоже творческая к тому, чтобы выйти, скажем, живыми скульптурами на улицы города. На площади перед мэрией в последнее воскресенье июня развернется театрализованное представление «Наш город нам дорог». Вслед за ним горожан ждет творческий марафон с участием гостя праздника, солиста группы «Русские» Григория Семина, Северного русского народного хора, джазовой мастерской Тима Дорофеева. А вечером над площадью разнесется гимн Архангельска. Его все вместе исполнят творческие коллективы города и простые горожане. Артисты на сцене, а архангелогородцы на площади. Все вместе мы будем дружно исполнять эту песню под, скажем, фейерверк из цветных дымов. То есть это будет такая финальная точка празднования. Спортивные, музыкальные и творческие площадки. Праздник, обещают организаторы, будет интересен всем горожанам. Полная информация о торжествах выложена на сайте мэрии Архангельска. Ну а сейчас подробная программа празднования дня рождения Архангельска. День рождения столицы Поморья начинает отмечать в субботу, 27 июня. Для жителей Архангельска и гостей города подготовлена разнообразная, насыщенная программа. 27 июня в 10 утра на площади Мира стартует традиционный 32-й поморский марафон «Гандвик». Спортсмены пробегут по набережной Северной Двины, улица Гагарина, мимо пристани у морского речного вокзала и вновь вернутся на площадь Мира. 27 июня не пропустите красочное цирковое представление. В этот день в 12 часов дня в Архангельском городском культурном центре пройдет гала-представление 11-го международного фестиваля любительских цирков «Веселая арена». 27 июня на причале морского речного вокзала состоится долгожданное событие, специально приуроченное к Дню города. На открытый борт горожан и гостей Архангельска радушно приглашает научно-парусное судно «Крузенштерн». Четырехмачтовый барк будет открыт для посещения 27 июня с 14 до 18 часов и 28 июня в праздничный день с 10 утра до 6 часов вечера. Праздничный день, 28 июня, в 12 дня на проспекте Троицком от улицы Садовой до Воскресенской пройдет праздничный парад «Архангельск – город креативной молодежи». На площади у театра драмы имени Ломоносова в 15 часов 20 минут начнется концертная программа заслуженной артистки России Аллы Сумароковой «Споемте, друзья». А в 16 часов 40 минут здесь же состоится церемония награждения победителей городских конкурсов «Архангельск – город творческих людей», «Лучший архангельский дворик». У площади перед кинотеатром «Мир» с 14 часов 30 минут выступят участники 21-го международного фестиваля уличных театров. А любители рок-музыки соберутся на Петровской лестнице. В 14 часов здесь пройдет концерт группы «Рок-остров». Главное театрализованное представление «Наш город нам дорог» развернется 28 июня в 12 часов 30 минут на площади перед зданием мэрии города. В творческом марафоне «Любимому городу» примут участие Григорий Семин, солист группы «Русские», город Санкт-Петербург. Вокальный квартет «Просто парни». Музыканты джазовой мастерской Тима Дорофеева. Вокально-инструментальный ансамбль «Запасной выход». Детские, молодежные, хореографические и вокальные коллективы города и, конечно, Государственный академический Северный русский народный хор. Праздничное театрализованное представление завершится красочной акцией. В 20 часов 50 минут по доброй сложившейся традиции в исполнении всех собравшихся прозвучит гимн города. Мы любим тебя, Архангельск!
Долгожданная пора наступила для школьников Архангельска. Накануне в областном центре прошли выпускные вечера. Для того, чтобы прошли они максимально безопасно, была ограничена продажа спиртного. Как пояснила начальник управления торговли и услуг населению мэрии Архангельска Ирина Любова, постановлением правительства Архангельской области введены особые ограничения по продаже алкоголя в дни проведения выпускных школьных вечеров. В эти дни с 8 до 10 часов и с 13 до 23 часов продажа алкогольных напитков, в том числе пива, запрещена. В областном центре выпускные вечера в школах на следующей неделе пройдут 25, 26 и 27 июня. Муниципальное предприятие «Горбани» продолжает ремонт своих подразделений. Они есть в каждом районе города, в том числе на островных территориях. Совсем недавно ремонт парильных и моечных отделений завершился в бане номер 3 на улице Логинова. А в бане номер 4, что в Майской Горке, появился пандус для маломобильных людей. И такие реконструкции весьма оправданы. Для Архангельска надежное функционирование бань – вопрос стратегически важный, ведь в городе 68 тысяч человек проживают в неблагоустроенном жилье. Ежегодно число клиентов предприятия «Горбани» достигает 300 тысяч человек. Дети до 3 лет моются бесплатно, а тариф на помывочные услуги – самый низкий по северо-западу. Главное – пропотеть, веничком попариться, принять контрастный душ и выходишь здоровенький. Оздоровиться можно в 19 городских банях, 4 из них в Высокогорском округе. Не так давно после капитального ремонта там открылось отделение бани номер 8 на улице Бассейной. 7 миллионов рублей вложил городской бюджет для того, чтобы этот важный социальный объект приобрел достойный вид. За день здесь смогут помыться 200 человек. Завершился ремонт первого отделения нашей бани. Шел порядка полутора лет. Вот, затрачены немалые силы, средства, начиная с крыши и заканчивая полов. То есть все ремонты сейчас произведены на данном этапе. Вот. В планах с августа месяца начать второе отделение на ремонт. Муниципалитет направляет на развитие банного хозяйства более 40 миллионов рублей в год. Мэром Архангельска Виктором Павленко поставлена задача привести в порядок действующие бани и продолжить строительство новых там, где это необходимо. Нами отремонтированы за последние годы все бани. Каждый год мы строим новые бани. Сегодня есть острая необходимость по проектированию и строительству бани на 29-м лесозаводе. Сейчас рассматриваем этот вопрос и постараемся все-таки включить план финансирования. Городские власти также планируют построить баню в поселке 14-го лесозавода. А пока для удобства жителей муниципалитет организовал бесплатную доставку горожан на помывку в баню в поселке 21-го лесозавода. В Архангельске, несмотря на дождливую погоду, продолжается текущий ремонт дорог. Причем специалисты обновляют автомагистрали с опережением графика. На 10 объектах уже появилась новая дорожная одежда. Дорожные работы завершились на проезде Сибиряковцев от улицы Теснанова до улицы Тыковылки. Подрядчик – предприятие «Ремикс». Оно же проводило ремонт улицы Кировской в Северном округе. Завершается асфальтирование на улице 23-й гвардейской дивизии. На участке от улицы Тимми до улицы Шабалина работает предприятие «Севзаобдорстрой». Для нас это объем очень незначительный. Так что, по идее, все будет закончено в срок. Даже раньше срок гораздо. На 14 улицах Архангельска работы выполняются за счет средств городской казны, из которой выделено около 114 миллионов рублей. В конце мая на текущий ремонт дорог Поморской столицы из областного бюджета отправлено 100 миллионов рублей. Дополнительное финансирование позволит привести в порядок еще 8 объектов дорожной сети. Вот сейчас готовятся документы на проведение конкурса. Сделаем все для того, чтобы конкурс тоже прошел быстро. И все работы закончились, мы планируем, до 10 сентября. Сегодня по 2 из 8 дорожных объектов уже готова сметная документация. После проведения экспертизы работы там начнутся незамедлительно. В рамках работ по благоустройству города в округах Архангельска продолжается кошение травы. Первая волна покоса должна завершиться 27 июня. Планируется навести порядок на территории общей площадью 300 гектаров. Самый большой фронт работ – 100 гектар в Октябрьском округе. В округе Ломоносовском будет выкошено 50 гектар газонов. В мае максициклами Нисокогорке и Северном округе работы завершатся с опережением графика. Кроме того, подрядными организациями будут приведены в порядок газоны вдоль обочин дорог. Работы пройдут в рамках муниципальных контрактов. Покос травы на придомовых территориях – сфера ответственности управляющих компаний. На что обращаю всегда внимание, и особенно в этот период, это кошение травы. Прежде всего, хочется, чтобы наш город был приглядным.
Вот. Особенно это места общего массового пребывания людей. Есть замечания. Это первое. Конечно, чистота на контейнерных площадках. Это то, что бросается в глаза, и то, что оно бросается всем, не только мне. Мэр Архангельска Виктор Павленко поставил специалистам задачу привести территорию округов в порядок к празднованию Дня города. Ход работ градоначальник будет инспектировать лично во время рабочих поездок. Сегодня в России отмечается День медицинского работника. Этот праздник выходит за рамки профессионального, ведь, пожалуй, нет в мире ни одного человека, кто не обращался бы за помощью к людям в белых халатах. На торжественном вечере, посвященном Дню медицинского работника, в первой городской больнице побывала наша съемочная группа. Первую городскую больницу можно назвать форпостом архангельской медицины. Здесь внедряются в практику самые передовые медицинские технологии и самые современные методы лечения. И сегодня первой городской вновь есть чем гордиться. На сегодняшний день у нас открыто новое отделение лечения гепатобилиарной зоны, то есть лечение заболеваний поджелудочной железы и печени. Очень хорошие результаты. Мы применяем здесь самые современные методики, которые на северо-западе практически никто не делает. Никакие новые технологии были бы невозможны без высокопрофессионального коллектива. Мария Калыгина уже более 30 лет работает врачом-неврологом в первой городской. Помогает людям восстанавливаться после инсульта. Говорит, что за эти годы ни разу не пожалела, что пошла в медицину. Прежде всего, это интересно, наверное, потому что каждый человек индивидуален. И, соответственно, подход к этому человеку тоже должен быть индивидуален. И в плане разговора, оказания лечебной помощи, психологической помощи. На торжественном вечере, посвященном Дню медицинского работника, лучших врачей и медсестер первой городской больницы наградили почетными грамотами и благодарностями. Среди отмеченных врач-травматолог Александр Рыкалов. Люблю видеть, как люди восстанавливаются, как приносить людям здоровье, радость и пользу жизни. Каждому награжденному грамотами и благодарностями от мэрии областного центра градоначальник подарил книгу «430 лет Архангельску». В славную летопись города вписана и история первой городской больницы. Одно из показателей благосостояния города, области, страны является, конечно, здоровье нации. И не случайно один из указов, важнейших указов президента Российской Федерации, направлен на повышение уровня медицины, на повышение заработной платы, на освещение медицинской техники. Этот указ выполняется, потому что действительно без здоровья нации нет будущего у нашей страны. Нет будущего у города. Впереди у первой городской немало планов по развитию. Прежде всего, это организация мощного современного отделения экстренной медицинской помощи. Вот такая неделя, вот такие новости. До встречи в следующее воскресенье на телеканале ПС.